Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму баклажаны по очень простому, но вкусному рецепту. Баклажанчики получаются похожи на грибы. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика. Приятного просмотра! Берем 1,5 кг баклажанов и режем их кружочками толщиной чуть больше сантиметра. Затем круги небольшого диаметра разрезаем на 2 части, а которые покрупнее на 4. Дальше погружаем подготовленные баклажаны в кипящую воду. Ждем, пока все снова закипит. И с этого момента варим ровно 5 минут. Баклажаны постоянно окунаем в воду. Затем откидываем их на сито и даем воде стечь, а баклажанам полностью остыть. В это время готовим заправку. Измельчаем ножом 50 граммов укропа, 5 граммов острого перца, перекладываем все в миску, выдавливаем туда 40 граммов чеснока, добавляем 20 граммов соли, 80 миллилитров 9% уксуса, 80 миллилитров рафинированного подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Теперь остывшие баклажаны помещаем в подходящую посуду. Добавляем к ним заправку. Аккуратно перемешиваем. И раскладываем по стерильным банкам. Банки заполняем баклажанами максимально плотно, до самого верха. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 пол-литровые баночки. Прикрываем их крышками, ставим застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечики водой комнатной температуры и отправляем на плиту. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем баклажаны на небольшом огне ровно 15 минут. Затем достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем вверх дном и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Вкуснейшие баклажаны на зиму, которые очень похожи на грибы, готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.